Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева в Алматы продолжается персональная выставка Ербусына Мельдибекова «Вечное возвращение». Ербусын Мельдибеков – художник, работающий в жанрах скульптуры, инсталляции, перформанса, видео и фотографии. Основная тема его работ – выявление и фиксирование политических процессов Центральной Азии. Зрители смогут познакомиться с инсталляциями «Памятник неизвестному Батыру», «Карта Чингисхана» или «Шкура красного коня», «Пик коммунизма» и другими работами. Выставка продлится до 29 марта. Впервые в Казахстане в музее имени Костеева проводится выставка персональная художников этого направления и очень необычна экспозиция всей выставки. Помимо того, что в отдельном зале представлены видеообъекты этого художника, также его экспонаты распространились на всю экспозицию второго этажа музея Костеева. Чем всегда интересно искусство для людей, потому что искусство дает вот тот цимус, то самое интересное, что мы, казалось бы, современники, видим, чувствуем, но не можем сформулировать.